Для меня, если ты берешь ребенка, да, то ты берешь его всецело, бесконечно, и он твой. И как так за его деньги еще тебе платить будут? Я всегда так считала. Какие деньги? Ты еще им должна заплатить, что тебе такое сокровище дали. Трое своих, четверо усыновленных, трое приемных. И ни одного варианта ответа, а что взамен. Смотрите программу «Право на маму» 11 июля в 19:35.